На малой сцене Тюза азартная игра. Зрители делают подачу, артисты ее принимают. Одни задают тональность, другие моментально под нее подстраиваются. В рамках гастролей артисты Тверского Тюза представили новый проект – плейбэк-театр «Тюз-контакт». Мне, поскольку давно интересен, в принципе, импровизационный театр, да и плейбэк в целом, я решил, что надо попробовать принести эту историю в репертуарный театр. Формат достаточно, ну, часто непривычный для зрителя. Зритель может выйти к артистам, рассказать свою историю и на мгновение стать режиссером. Для зрителя смело и экспериментально. Для артистов задача, которую нужно решить моментально. Сдается определенное направление и начинается игра. Звучит история про опоздание сразу на несколько собраний в школе. Которые были одновременно в 18 часов вчера. Я так хорошо опоздала, что я не пошла ни на одну. Реальную историю артисты превращают в мини-спектакль. Сколько у меня детей? Сколько у меня детей? Сколько? Сколько у меня? А сколько у меня собраний? Сколько собраний? Сколько у меня собраний? А может быть, в тайгу одно? Мы каждый раз волнуемся. Мы не можем отрепетировать это. И как-то подготовиться, выучить роль. И это всегда очень живой и классный тренинг для нас, как для актеров. За это я очень люблю контакт. Никаких домашних заготовок мы не используем. Все действительно здесь и сейчас, вот в моменте, только друг от друга, импровизация только между нами. Плейбэк, у него есть миссия, и она не про психотерапию и не про, да, просто истоки плейбэка из психодрамы, и поэтому часто говорят, что вот, наверное, это про вот это. Нет, плейбэк, Джонатан Фокс и Джо Салас, они это создатели этого жанра, этого формата импровизационного театра, они говорят о том, что миссия плейбэка объединять людей. Слаженная азартная игра. Зрители не наблюдатели, а полноценные участники этого действа. Они рассказывают личные истории. Артисты придают им новые краски. И стерта грань между сценой и залом. Незнакомые люди за время проекта становятся ближе.